Всем привет, с вами Алексей, и мы продолжаем прохождение синэпизода с Emergence. Здорово, Блейд. Джессика наконец установила связь. Она не настолько бесполезна, как я думал. Прострелите канистру с регенобиотическим спреем, чтобы выпустить облако регенобиотика. Класс. А, это, наверное, если не будет рядом док-станции, можно будет так здоровье восстановить. Забей на все, Смолот Колори. Задолбись. Бей Молот Колори. Забей на все, Смолот Колори. Тоже знал, что это так вкусно. Виноград. 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 И тебе стоит попробовать. Кока-кола с виноградом. Так, все, кончилось. Еще это смахивает на отсылку к игре Max Payne. Там ведь тоже эти болеутоляющие лежали. Вот в таких вот маленьких станциях с газировочкой. Вы спросите меня, откуда я это знаю? У меня интуиция стрельца. Маяк 57. Viva la revolution. Опа. Спрятался, да? Ну-ка, выныривай. На тебе в голову. Old Cars 4K. Сдай старые машины и стань богатым. Еще один альтернативный патрончик. Вроде полная. Ну нет, взял еще. Открылись. Закрыто. Теперь зелененькая. Вы нашли секрет. Видали, какой находчивый. О, я подобрал дробовик. Нифига себе. Что это за... танцующее мясо. А, ну вот как раз разбитая машина. Найди секрет и станешь богатым. В плане комплектации оружия. Так, ну как я рассказывал в предыдущем видео. Статистика по бою. Оружие по уровню. Вот, пожалуйста, доки в ловушке. Мы в предыдущем уровне нашли все секреты. Доки маяк. Ну, даже пишет количество убитых врагов. И на один секретов на уровне 1-3 осталось еще 2. Графы, очки, точность. Продолжим. Ай-яй-яй-яй-яй, пока вы под водой сидите за уровнем кислорода. Кого-то слышу.
Ёлки-палки. Ну что, взорвалось, нет? А, еще не взорвалось. Блин. Ах ты, ёкалный бабай. Не-не-не-не-не, иди отсюда, иди отсюда. Нет-нет-нет. Всякие баллоны, бочки. Прям за мной гоняется прям. Ну, взорвался, нет. Взрывайся скорей. Есть. Откуда ты взялся, а? Там еще остались, я прям слышу. Здоровье. Патроны. Ой. А, вон ты где. Есть. Мы здесь не могли пройти, пришлось идти в обход. Так, может быть, я какие-нибудь секретики найду еще? Вторая рыба фиш. Вы нашли секрет. Еще один секрет. Да, теперь все три. У меня все полное. Даже патроны для дробовика. Так, возьмем их с собой. Бакин с предупреждением. Это ведь загруженный порт. Какой смысл так вредить своему бизнесу? Гаррисон был прав. Радок что-то затевает. Блин, ну надо же было так. Пошли искать здоровье.
78. Ну ладно, я думаю, будет достаточно. Ну, вот еще. Угу. 88. Ну, вот это уже более-менее. Пиво, а ты откуда взялся-то? Ой, я под водой не могу стрелять. Да что ж ты, блин, такое? Еще патроны. Ладно, в этот раз уже падать не будем. Прошли. Признак поэта разрушить. Опа. Закрыто. Ну, он аптечку выронил. Ну-ка, давайте-ка сходим за ней. Да, где-то здесь вот. Вот она! Есть. 94 это уже больше похоже на правду. 100% здоровье. Тебе, на тебе, еще, да, еще остались. Он бегает. Ну давай, 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 я здесь. Ну подходи. Блин, не попал. Альтернативные патроны тебе потратил. Есть. Есть. Прекрасно. Целая аптечка, обалдеть. С собой бы ее взять. У нас неприятности. Синтек собирается. Связь пропала. Секреты все нашли. Уровень близится к завершению. Так, погодите-ка, погодите-ка. Я возьму это с собой, это мне пригодится. Прям какой-то иммерсив сим. Предметы всякие таскаем из уровня в уровень. Есть.
Так, ну что, 100% здоровья, патроны есть, пошли. Блин, и как же я пройду? Прям глюки какие-то. Полуприседи. Ну куда ты спрятался? Да когда же вы кончитесь, а? Есть, путь свободен. Там стоишь, да? Куда ты, не уходи. Есть, отлично. Так, сохраняемся. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Следующее прохождение 7 эпизода Submergence в следующих видео. До встречи, всем пока.